Здравствуйте. Имеется вот такой старый фонарь со щелочным аккумулятором, который уже не заряжается. И батарея от ноутбука. Попробую продлить жизнь фонарю. Поставлю туда литий-ионные аккумуляторы. Разобрать попробую аккуратно, хотя это не обязательно. Проверю напряжение на аккумуляторах. На одной паре 4 вольта, на двух 8, на трех 12. Аккумулятор заряжен, то есть он не в плохом состоянии. Родной контроллер, не вдаваясь в подробности, вряд ли удастся использовать, так как он довольно специфический и для других целей не подойдет. Буду использовать вот такой 40-амперный, купленный на AliExpress, когда-то ставил на аккумулятор шуруповерта, но он уходил при резком пуске в защиту. Ну а для фонарика, я думаю, будет в самый раз. Буду подпаивать согласно схемы. Выложу ее чуть ниже. Также подпаяю датчики температуры. Их тут два. Вот место их подключения. Вот так это вышло. Далее буду разбирать фонарь. Thank you.
по размерам будет поменьше. И аккумулятор здесь не щелочной, а свинцово-кислотный. Включил родной блок питания. На выходе 17 вольт. Но так как он маломощный, на пол ампера ничего я переделывать не буду. Оставлю так. При подключении нагрузки напряжение должно просесть. Вместо галогенной лампочки поставлю вот такую светодиодную матрицу. Это все, что у меня нашлось из 12 вольтового. Вот так это вышло. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.